8 ноября в Хасавюрте была проведена торжественная церемония открытия парка в рамках реализации в 2018 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В мероприятии приняли участие глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Кургули Кургулиев, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Ибрагим Абакаров, депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов, представители городского управления коммунального хозяйства, общероссийского Народного фронта, Всероссийской политической партии «Единая Россия» и жители города. В приветственном слове глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов поздравил жителей города с новым парком, выразив уверенность, что он станет местом массового отдыха горожан. Вы свидетели того, как мы сегодня открываем очередной объект общественной территории. Вы имеете возможность сравнить то, что было до этого, то, что сегодня есть. Это идет по программе, федеральной программе «Комфортная городская среда», которая стала возможным в нашем городе реализовать благодаря большому вниманию, помощи руководства республики во главе с главой республики. Я всех вас призываю к тому, чтобы сохранить в том виде, в каком он сдается. Я знаю, здесь очень приятно будет отдыхать жителям не только близлежащих домов, но и всего поселка, из других районов города. Я всех вас поздравляю, желаю приятного здесь отдыха, добра и благополучия. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Ибрагим Абакаров также поздравил хасавюртовцев с новым объектом проведения досуга. Отметил слаженную работу городской администрации, которой удалось за короткие сроки провести большую и качественную работу. Все эти мероприятия, конечно, проводится в рамках приоритетного проекта у нас в республике, как и по всей России. Я хотел бы отметить очень сложную работу администрации, в частности, управления жилищно-коммунальным хозяйством. За ту работу организовано, все четко было сделано для того, чтобы сегодня вот этот парк, как говорится, преобразился в то, что вы сегодня видите. Эта программа будет продолжаться у нас до 2024 года. Я думаю, совместно с администрацией мы это продолжим, все мероприятия, и, наверное, город преобразится еще больше. Общий объем средств, предусмотренных на обустройство городского парка в Хасавюрте в 2018 году, составляет более 12 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета 95% и 5% республиканских средств. На объекте были установлены скамейки, урны, проведено освещение, обустроены пешеходные зоны. Также установлены бордюры, проведено асфальтирование, озеленение, строительство полевой системы, установка тротуарной плитки, устройство откачки дренажных вод, парапет железобетонный, бетонный дорожный фонтан, помещение для насосной станции. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».